Канаш включен в программу развития моногородов на этот год. Сегодня рабочая группа при правительственной комиссии по экономическому развитию побывала на многих канашских предприятиях и объектах ЖКХ. В работе группы принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Канашский агрегатный завод и промтракторовагон – два градообразующих предприятия города. Если закроется хотя бы одно, уровень безработицы в моногороде превысит 4%. А это на 3,5% больше уровня безработицы в целом по республике. Для создания новых рабочих мест необходимо поддержать малые и средние предприятия. 650 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, пойдут на реализацию индустриального парка. Мы увидели сегодня, что уже есть действующие проекты. Мы знаем все планы по расширению этих проектов. Сегодня инвесторы нам подробно об этом сказали. И мы полагаем, что город Канаш весной должен выйти на стройку инженерных объектов. Подробный репортаж о модернизации города смотрите в понедельник в программе «Республика».